Иерарх, в атаку на матрицу ядра идут гибриды. Да, ладно. Мы должны укрепить оборону. Так, что у нас, значит, у нас оружейное есть, там все изучено почти, батарея, все это параши не надо, так, здесь архивы. Улучшение завершено. После архивов чего там? Звездные врата. Так, завод робототехники у нас есть. Темное святилище и узел надо поставить. База атакована. Схема. Уничтожим ее, и ток энергии восстановится. Братья, мне нужна ваша помощь в этой славной битве. Так, а что-то я не понял. Братья, Феникс. Мне нужна ваша помощь в этой славной битве. Какого-то здания не хватает.
Что-то я не построил. Вот узел, наверное, вот этот кибернетический. Улучшение. Так еще какой-то арсенал же есть. База атакована. Оружейная. Где-то что-то я пропустил. Арсенал какой-то есть. Врата. Архивы. Врата. Завод. Враг увидит, на что мы способны. Телепортация завершена. Враг увидит, на что мы способны. Ясно. Пламя войны пылает ярко. Вступаю в бой. Телепортация завершена. Небеса зовут.
завершено. Фениксов подделаем. Вступаю в бой. Ток энергии увеличивается. План в действии. Чистильщики просыпаются. Я вершитель Кловарион. Обращаюсь к лидеру перворожденных. Вершитель Кловарион, твои деяния по сей день ставят в пример всем тамплиерам. Оставь свою лесть. Что ты хочешь от чистильщиков? Братья, вас создали, чтобы защитить империю, но к вам отнеслись без почтения подобающего тамплиерам. Я прошу вас вспомнить свой священный долг тамплиеров. Простить наших предков. Сражаться вместе с нами на равных. Докажи, что говоришь правду. Помоги нам ликвидировать заразу пришельцев. После этого мы продолжим разговор. Дозорные! Выдвигайтесь к укреплениям пришельцев! Ликвидируйте захватчиков! Очень разумно. Помощь в этой славной битве. Телепортация завершена. Телепортация завершена. Где там Архонт был? А вот. Слияние завершено. Хорошо. Гейзер иссяк. Нулевые схемы уничтожены.
Станция обеспечена энергией наполовину. Чистильщики, на наш дом напали пришельцы. Вперед, ликвидируйте их. Ради возмездия. Что ты предложишь, Вераку? Я не буду служить тебе вечно. Нужно построить больше пилонов. Газовый гейзер иссяк. Какие лучи у них красивые. Вступаю в бой, шпион атакован. Телепортация завершена. Хорошо. Перворожденные, я помню. Предательство, смерть недопустимо. Враг увидит, на что мы способны. Портация завершена. Враг увидит, на что вы способны. Место рождения минералов истощено. Жаль. Дракс, делай, что должен. Хорошо, Феникс. Я прослежу, чтобы Соларит извлекли должным образом. Пламя войны. Ярко. Близится наш час. Пламя войны. Пылает ярко. Последняя группа нулевых схем находится здесь. Я здесь, среди теней. Ради возмездия. Третий сектор активирован. Система энергоснабжения Кибраса восстановлена на 75%. Уничтожайте чужеродные формы жизни, не зная пощады. Ваши войска вступили в бой. Улучшение завершено. Замачивай.
Истощено. Месторождение не... Ваши войска вступили в бой. База атакована. Короче, я так понял, 4 уля по 4 мыла. Месторождение минералов истощено. Почему? Давай, строй. Осторожно, иерарх. Силы зергов в этой области превосходят наши. Уничтожение этой нулевой схемы поможет пробудить чистильщиков. Заняться нулевыми схемами. Все, питание полностью восстановлено. Гиброс пробуждается. Ради возмездия. Иерарх, энергоснабжение Гиброса достигло максимума. Чистильщики ликвидируют оставшихся зергов. Продолжаем бой, братья. Убейте их всех до единого. Иерарх, меня отключили от систем Киброса. Ядро активируется. Оно готовится открыть огонь. Ларион, что ты? Начинаю ликвидацию.
исчезли. Вся жизнь на Индионе уничтожена. Все кончено. Так, что тут? Не истощился полностью щит. Два отряда чистильщиков с интервалом 60 секунд или менее. Короче, непонятно, что это значит. Ладно. Феникс, свяжись с чистильщиками. Я буду говорить. Вершитель Кларион, вы пробудились в тяжелый час для перворожденных. Вы показали нам, что чистильщики — грозная сила, способная изменить ход войны. И я прошу вас исполнить священный долг всех тамплиеров. Сражайтесь вместе с нами, как раньше. Ты ничем не отличаешься от Конклава. Ты тоже пытаешься подчинить нас. Я пытаюсь искупить ошибки прошлого. Я прошел через множество битв вместе с одним из вас, Фениксом. Я знаю, вы связаны с ним. Конклав вас боялся, но его больше нет. Я знаю, что вы истинные тамплиеры. И я прошу вас присоединиться к нам, иначе нас всех ждет лишь погибель. Я посоветуюсь с остальными. Они совещаются. Раз мы теперь с вами, пусть за нас говорит Феникс. Времена изменились, и мы еще многого не понимаем. Но пока ты держишь свое слово, Иерарх, чистильщики будут с тобой. Иерарх, я запустил новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Это замечательно. Чистильщики могут оказать нам неоценимую помощь. Я бы не называл это бесполезной затеей. Да, но как мы уже выяснили, ты решил дать им свободу в надежде, что они захотят тебе подчиняться. Даже не думай читать мне нотации о моих решениях, Талдарим. Но мне так нравится спорить с тобой. Мы совершили великий подвиг, друг Феникс. Феникс, я много думал об этом имени. Так звали кого-то другого. Не думаю, что должен его использовать. Я — это не он. Феникс был величайшим воином из тех, кого я знал. Его никогда не пугало число противников, и он выходил победителем. Ему покорялись враги, которых никто не мог осилить. Ты доказал, что так же храбр. Для него было бы честью знать, что ты носишь его имя. И я отношусь к тебе с таким же уважением. Твои слова — честь для меня, Иерарх. Но однажды я найду себя. И выберу новое имя. Я изучил множество чистильщиков. Похоже, они функционируют эффективнее, когда находятся рядом друг с другом. Они используют свободные ядра других чистильщиков для разгрузки своих процессоров.
Что это значит, Каракс? Их коммуникационная сеть повторяет структуру Кхалы. Они соединены друг с другом. Интересно. Конечно же, синтетически. Между ними не возникает эмоциональных связей. Создавшие их инженеры не могли себе представить протоса без света Кхалы. Если бы наши предки видели нас сейчас. И что там в ядре? Новое. О. Луч воссоздания. Копье Дун автоматически восстанавливает поврежденным механическим боевым единицам 5 единиц прочности. Секунду. 10 единиц прочности строением. Можно ремонтировать до 3 целей одновременно. Сотка саларита просто. Ну это если Феникса убрать. Так, здесь спасительный щит. Получив смертельный урон, боевые единицы не погибают и становятся неуязвимыми на 5 секунд. Этот эффект нельзя наложить на одну и ту же боевую единицу повторно в течение минуты. Крутая тема тоже. И перегрузка матрицы. Тоже пассивное что-то. Когда дружественные войска находятся в поле действия пилона, их скорость передвижения повышается на 25%, а скорость атаки на 15%. Эффект сохраняется в течение 15 секунд после выхода из энергетического поля. Пока вот так, пускай спасительный щит будет. Хала наполняется энергией Амуна. Мне становится сложнее ему сопротивляться. Ты подвергаешь себя опасности, Рахана. Он считает, что все войны и страдания являются следствием бесконечного цикла. Он хочет с этим покончить. Он уже говорил об этом. Но ты видишь только то, что лежит на поверхности. Внутри его переполняет ненависть. Возмущенная гордость, ради которой он готов испепелить все живое. Гибриды. Вот истинное лицо Амуна. Он хочет не просто уничтожить творение Зелнага, но и принести им в этом страдание. Так, ну тогда посмотрим, что здесь. Иерарх, к нашей армии присоединились чистильщики. Видимо, пока что они готовы служить тебе. Мираж. Я ответил на твой зов. То есть так же поднимает, как небеса. И этот? Я ответил. Небеса зовут. Только этот не двойной? Я ответил на твой зов. Активируется после получения урона, защищая от повреждений в течение следующих 2 секунд. Эффект накладывается не чаще, чем раз в 5 секунд. Ну, пускай такой будет все. Тут новинок нигде больше нет. Посмотрим, какое задание, или дальше лететь.
А вот даже выбор какой. Осознание того, что чистильщики решили присоединиться к Делаамам, наполняет меня радостью. Но нам по-прежнему угрожают армии Амуна. Корпус Мёбиуса контролирует производство гибридов Амуна. Этому надо положить конец. Нам нужно добраться до пояса Ревана и уничтожить станцию, пока Амун не наплодил еще чудовищ. Лучше сюда полететь, а вот сюда в последнюю очередь. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой, как бы ты поступил? А ты, Сиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Значит, сначала сюда, уже потом туда тогда. Иерарх, разведчики обнаружили базу корпуса Мёбиуса посреди астероидного пояса Ревана. Хорошо. Каракс, что ты знаешь о их защите? Астероидное поле очень нестабильно и служит отличной защитой их базе. Копье Адуна не пройдет. Это смогут авианосцы. Мы ударим врага в самое сердце. Тогда отправляемся. Амун отнял у меня армию. Взамен я лишу его собственной. Готовьте корабли к атаке! Иерарх, суда корпуса Мёбиуса почему-то не атакуют нас. Что-то не так. Наши щиты пробиты. Я засек сигнал тиранов на нижних палубах. Они идут к мостику. Станет корпус Мёбиуса врасплох. Хоть ты и не воин, ты знаешь об их защите больше, чем кто-либо другой. Я поручаю эту миссию тебе, кузнец. Возглавь наш флот авианосцев, пока мои воины держат оборону здесь. Как прикажешь, Иерарх. Требуются лучшие воины, чтобы очистить корабль от чужаков. Я знаю, что битва не твое призвание, кузнец, но с помощью своего тактического мышления ты сможешь уничтожить комплекс. А теперь иди. Я верю в твои силы. Ну да, посмотрим. Количество ресурсов рядом с вашим начальным местоположением ограничено. Придется провести разведку, чтобы найти больше. База Мёбиуса. Как мы и подозревали, здесь создаются армии гибридов Амуна. За ее функционирование отвечают три энергетических ядра. Если их разрушить, это дестабилизирует комплекс и позволит нам уничтожить эту базу. Если установить Нексус на внешнем краю платформы, тамплиеры смогут пробиться к цели. Но там нет наземных путей и очень мало минералов. К счастью, наши авианосцы уже готовы. С их помощью все может получиться. Идет
активация. Ну, прям интересно. Эта платформа заблокирована протоколами безопасности Мёбиуса. Скорее всего, расшифровать их несложно. Если мне удастся получить доступ, я смогу передвинуть платформу в области, где больше минералов. Что ж, по крайней мере, на первое время ресурсов здесь достаточно. Так, сохраню-ка. И потом доиграю.